Всем привет! У нас на улице идет снег, пасмурная погода. Я уже пробежалась по магазинам. У нас время 12:30. Вот так вот цветет дендробиум. Набрал вот стрелку и вот здесь вот стрелку набрал. Будет еще цвести. На этой стрелке он отсушил всего один цветочек, а на этой стрелке еще ни одного. Так у меня на подоконниках тишина. Девчонки отцветают. Кто-то цветоносики выбросил, попозже я покажу. Но сегодня не о цветах. Решила сделать видео о покупочках, что я купила в магазине, сборы ко дню рождения девчонок. Сейчас все покажу и расскажу. Ну, начнем с того, что я купила вот такие вот гидрогель. К сожалению, у нас в цветочном, в одном единственном, он не продается, но зато продается в детском. Вот какая-то фигня, вот эти шарики, они разбухают, в общем-то. И тут какая-то еще черепаха, я не знаю, что это. Ну, в общем, мне с этого пакетика нужны только шарики. Посмотрела у девчонок у некоторых видео, что вот в таких шариках они укореняют свои цветочки. Хочу тоже попробовать, у меня есть что укоренить. Я купила два пакетика. Второй пакетик где-то валяется вот здесь. Вот. У подружек двойняшек день рождения. И я решила им сделать сюрприз. Купила две вот такие коробочки. Жалко, конечно, что не было одинаковых. Но думаю, в разные положу, ничего страшного. Коробочки стоят 200 рублей. Я тут снизу ценник отодрала. Вот так вот она открывается. Ну, как обычная подарочная коробочка. Сюда я скручу носочки. Я купила вот носочек, носочки всякие разные, вот такие к Новому году. А вот он, второй пакетик прилип. В общем, два вот таких пакетика. Скручу носочки в эту коробочку, и в каждый носочек положу денежку. Не решила еще, сколько буду ложить, но в итоге, чтобы, наверное, 1000 вышло, я думаю, будет прикольно. Носочки разделю по одному, чтобы было плотно-плотно. Вот здесь вот они упакованы в трубочку. И положу туда денежку. Ну вот сейчас сделаю и покажу, что получилось. Ну, в общем, сделала одну коробочку. Вот так вот она получилась. Вот так вот тут носочки. Потом я сниму денежку, засуну сюда в серединочку денежку. И я думаю, в принципе, подарочек, сюрприз получается прикольный. Вот, сейчас я сделаю вторую коробочку и покажу, что я еще купила. Ну вот, упаковала вторую коробочку. Вот, коробочки готовы. Теперь останется только купить цветы, снять денежку и доложить сюда в коробочки. И подарок готов. Так, дальше я купила две вот такие баночки. Одна. И вторая. Вот такие две прикольные баночки с крышечкой, с трубочкой. Стоили они 139 рублей. Не знаю, прикольные баночки. Может быть, себе оставлю. Правда, тут мячики, типа мячики. Может быть, подарю кому-нибудь пить коктейли какие-нибудь или глинтвейн на Новый год. Мне кажется, прикольно. Идея. Других баночек не было. Были зеленые, но они, ну, не очень мне понравились. И я вот взяла красненькие, как к Новому году. Трубочки мне тут понравились. Вот, значит, две вот такие баночки я купила. Дальше я
купила 3 вот таких магнитика. Ну, это девчонкам, наверное, кому-нибудь с работы подарю. Магнитики всегда нужны. Нормальный такой, хороший. Ну, самый такой подарок на Новый год – это новогодний магнитик. Я думаю, все такие дарят, и всем такие дарят. Еще я купила вот такую вот баночку. Емкость для масла. Я пыталась заказать на Сими вот такую баночку. Там бы она стоила в 2 раза дешевле. Но они там идут, по-моему, от 2 штук. Мне вот 2 не нужны. Хотя можно было, в принципе, и заказать, подарить кому-нибудь. Но что-то протупила. И купила в любимом вот такую банку для масла. Потому что наливать с большой 5-литровой бутылки мне как-то не очень удобно. Вот. Ну, вот 144 рубля стоит вот такая вот стеклянная бутылочка. Дальше тут я купила овощечистку. Моя куда-то делась, я не могу ее найти. Уже, наверное, 2 месяца я чищу ножиком. Это очень неудобно. Вот. Не было простой, обычной. Была вот только вот с открывашкой. В принципе, она мне не нужна. И штопор у меня есть отдельно. Вот. Поэтому, ну, вот эта штука мне пригодится. И купила 3 вот таких корзинки. Одна вот большая, 177 рублей. Вниз стола, вниз гарнитура, под какие-то мелочи. А то у меня в ящике там все валяется выдвижном. Все катается, когда открываешь этот ящик. Поэтому вот такую корзинку. Вот такую вот поменьше. Что она тут? 86 рублей стоит. Тоже куда-нибудь. И вот такую красную. Не было вот такой вот розовой. Купила вот такую вот красную. В стол под... Вот под овощечистки. Под ножики какие-то. Еще под какую-нибудь фигню. А то тоже ложки с вилками в своем лотке лежат. А все остальное у меня валяется по этому шкафчику выдвижному. Ну, вот такие покупочки на сегодняшний день. Это было первое видео на моем канале с такой тематикой. У нас нету фикс-прайсов, еще всякой там каких-то магазинов. Все это было куплено в канцелярском обычном и в любимом. Ну, вот такие цены у нас на вот такую вот ерунду. Если видео понравится, пишите. Буду еще снимать свои покупочки. Ну а на этом все.